Я консультант по здоровому образу жизни компании «Цептер», а также руководитель направления «Кванамед» в России. Сегодня мы открываем первый международный тренинг системы умного сна. Цель тренинга – получить знания участниками по ассортименту «Кванамед» и увеличение довольных обладателей уникальной системы умного сна. Мы завоюем ваш интерес и ваше внимание. Сегодня и завтра вы получите много интересной информации, которая поможет вам разобраться в удивительном ассортименте «Кванамед». И в дальнейшем вы профессионально поможете вашим клиентам с легкостью принимать решения о приобретении системы умного и здорового сна. Вы узнаете о возможности сна в нашей жизни, о важности сна в нашей жизни, все о 100% латексе, о передовых технологиях производственного процесса, которые влияют на функциональные принципы наших матрасов и способствуют здоровому, спокойному сну. Вы узнаете о уникальных свойствах текстиля и его лечебных функциях. На тренинге вы получите знания, как отвечать на возражения клиента, алгоритм коммерческого разговора и много-много другой ценной информации. У каждого участника тренинга будет возможность приобрести по специальным условиям ассортимент «Кванамед». В России это организовано следующим образом. С сегодняшнего дня и по 14 марта до 24:00 по московскому времени на обучающей платформе LMS вы имеете возможность пройти тест «Кванамед» в разделе «Урок номер 3». И только после сдачи теста на сайте и мобильном приложении у вас появится уникальная возможность на приобретение любых, подчеркиваю, матрасов «Кванамед» по привилегии PDL-10. А также получите возможность на приобретение подушек и на матрасников «Экстракуана» по привилегии PDL-12. Обновление информации о сдавших тест будет ежедневно, конкретно 11 марта в конце дня и 12 марта в конце дня, после чего будет открыт доступ и вы сможете сделать заказы. Приобретение продукции на онлайн-платформе будет доступно 15.03 до 24 часов по московскому времени. То есть до 15.03 необходимо совершить свои заказы. Итак, открывает наш тренинг директор продаж «Кванамед» ростовского филиала госпожа Александрова. Смотрим, слушаем, запоминаем. Свойство имеет сон. Ну, во-первых, он восстанавливает наш организм, он восстанавливает клетки, он укрепляет наш иммунитет, защищает и очищает от шлаков и токсинов, помогает восстановиться и сохраняет нашу молодость, красоту, долголетие. Одни из таких ключевых важных качеств. И заметьте, дорогие коллеги, что около 25 лет своей жизни мы спим. К сожалению, большинство людей не уделяют достаточное внимание такой очень важной и необходимой функции человеческого организма. И как следствие, это проявляется в чем? В каких нарушениях сна это может проявляться? Это болезни сердечно-сосудистой системы, это повышенный риск болезни Альцгеймера, развитие онкологических заболеваний, снижение либидо, потенции, снижение работоспособности, да, когда вялость преобладает в нашем бодрствующем состоянии, повышенный риск инсульта, и ученые уже эту взаимосвязь давно выяснили, риск ожирения, ухудшение памяти и много-много других последствия, которые являются результатом некачественного сна и являются результатом нарушения сна. И все вот такие предпосылки, такие негативные последствия, которые проявляются в принципе в жизнедеятельности каждого современного человека практически, они способствовали тому, что появилась новая наука, которая появилась на стыке медицины и нейробиологии, наука, которая называется сомнология, наука о сне.
Чем занимается эта наука? Она изучает механизмы сна и бодрствования и влияние одного механизма на другой. Она изучает и диагностирует нарушения сна, проводятся всевозможные исследования связи сна и других важных сфер человека, которые происходят в бодрствующем состоянии. Эта наука развивается очень большими темпами, и на сегодняшний день существуют и сомнологические центры, они активно открываются, и с некоторыми из них мы уже начинаем наше плодотворное сотрудничество. Поэтому, конечно, сон очень важен, и переоценить важность сна практически невозможно, и я думаю, вы с этим согласитесь со мной. Итак, сон обеспечивают очень важные биохимические, в частности, процессы для нашего организма. Это действительно очень важно. И, как я уже говорила в начале, во время сна происходят очень важные гормональные изменения, вырабатываются гормоны. Есть гормоны, которые вырабатываются только в ночное время. Особое внимание я сегодня хочу уделить самому главному ночному гормону, гормону сна, мелатонин. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой, вырабатывается в ночное время с 11 вечера, с 23 до 4 часов утра. Поэтому очень важно в это время, конечно, отдыхать. В это время важно, чтобы организм восстанавливался и спал. Учеными доказано, что мелатонин обладает противоопухолевым, противострессовым, иммуномодулирующим действиями. Поэтому, конечно, это очень важно. И недостаток мелатонина приводит к серьезным проблемам со здоровьем, что, конечно, важно не допустить. Также ученые указали взаимосвязь достаточного количества мелатонина и возможность в бодрствующем состоянии влиять на свои негативные эмоции, то есть делать их более положительными и снижать уровень тревожности, что в современной действительности при определенных обстоятельствах, каждый знает, сейчас имеет место быть, да, то есть очень повышенный уровень тревожности у современного человека. Поэтому гормон мелатонин очень важно, и важно создавать условия, которые будут способствовать правильной и достаточной выработке такого важного гормона, как мелатонин. Гормон сна, гормон молодости и красоты его еще называют. Поэтому, конечно, он важен и необходим для совершенно каждого человека. Также причиной плохого сна, ну и как следствие, уверенно, недостаточной выработки гормона мелатонина являются некачественные матрасы. Промышленный стандарт эксплуатации матрасов составляет в среднем 8 лет, но по факту срок эксплуатации матрасов 5 лет или даже меньше. А вы задумывались когда-нибудь, сколько лет вашему матрасу, на котором вы спите? Или, быть может, вы задумались о том, что необходимо заменить матрас на тот, который позволит здоровье и который подарит качественный сон? Вы можете свои ответы писать в чате комментарии, мы обязательно их прочитаем и отреагируем позже. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, матрасов на сегодняшний день их очень много, совершенно разные модификации, совершенно разные технологии, которые используются разными производителями. Ну, какие мы знаем? Хлопковое искусственное волокно, каждый вспомнит такой матрас на слайде, он посередине своего детства, пружинные блоки, поролоновые, кокосовое волокно, пенополиуретан, то есть преимущественно это синтетические матрасы и те матрасы, которые со временем становятся достаточно аллергичны и небезопасны в силу периода эксплуатации, в силу тех химических элементов, из которых, собственно говоря, они состоят. На сегодняшний день считаются самыми полезными, самыми необходимыми для качественного сна латексные матрасы. И давайте разбираться здесь, да, какие они бывают и какой матрас действительно подарит качественный и здоровый сон. Итак, существует три вида таких матрасов. Первый – синтетический. На самом деле синтетический матрас, он не имеет абсолютно никакого отношения к натуральному латексу. Это абсолютно химический продукт и, как следствие, тот продукт, который провоцирует в дальнейшем проблемы со здоровьем, поскольку не является экологичным.
Следующий вид так называемых латексных матрасов – это смесь или микс. И такие матрасы содержат в своем составе до 20% натурального латекса, до 20, то есть 20 даже редко бывает, а преимущественно 80% – это синтетические и химические добавки, синтетическое волокно. Да, он белый, он имеет запах парфюмерии, но такие матрасы не являются износостойкими, они быстро ломаются, они не являются экологичными, и при длительном использовании они только могут провоцировать проблемы со здоровьем, к сожалению. И третья группа – это 100% натуральный латекс. Это пена из сока дерева, гивеи, бразильской гивеи, легкий желтоватый оттенок имеет, приятный запах выпечки, топленого молока, маслянистый на ощупь, но совершенно не оставляет следа, неохотно впитывает воду. Это самый долговечный из данных типов и самый дорогостоящий из данных типов в силу особенностей своего производства и сбора сырья непосредственно, которое необходимо для производства таких латексных матрасов. Итак, натуральный латекс, теперь я хотела бы акцентировать ваше внимание на некоторых маркировках. Натуральный латекс и 100% натуральный латекс. Только 100% натуральный латекс – это, согласно европейскому действующему законодательству, матрас, содержащий более 85% натурального латекса, то есть млечного сока, дерева, бразильского дерева гивея. А состав 20% натурального латекса или меньше, он позволяет производителю указывать маркировку натуральный латекс. Поэтому очень важно внимательно относиться и внимательно читать маркировки, которые позволяют нам не ошибиться, которые позволяют нам сделать правильный выбор в пользу здоровья, в пользу экологичности, потому что это на сегодняшний день очень важно. И, конечно, как выбрать матрас, где найти правильное решение? Вы знаете, на самом деле сама возможность выбрать себе матрас – это уже большой подарок, когда мы можем выбирать, когда мы можем действительно находить правильное решение для нашего здоровья. Можно по-разному относиться и по-разному интерпретировать, но факт остается фактом. Матрас может стать как источником всевозможных проблем, так и может стать щедрым подарком для вашего здоровья и сделать остальные две трети вашей жизни, а ведь одну треть жизни мы проводим на матрасе. Как в начале своей презентации сказала, 25 лет примерно мы спим. Так вот, благодаря качественному матрасу остальные две трети вашей жизни могут стать значительно лучше. Это тот элемент сна, на котором уж точно не стоит экономить. Итак, дорогие друзья, на самом деле решение найдено, и я с особой радостью, с особой гордостью хочу поделиться с вами этим решением. Умная система сна Квономед. Самое лучшее, самое передовое решение для здоровья, для каждого, кто заботится о своем здоровье, это уникальное сочетание роскоши и качества. Это передовая система для тех, кто готов выбирать для себя лучшее и не готов идти ни на какие компромиссы со здоровьем и качеством. Прочность, надежность, вентиляция – вот основные ключевые принципы наших матрасов. Итак, умная система сна Квономед. И сегодня мы будем говорить о сердце данной системы. Сердечник, 100% натуральный латекс, 7 зон поддержки BRS, Therapy Airflow. И сейчас мы постепенно будем разбираться, что же это за такие технологии и в чем особенность нашего уникального 100% натурального латекса. Является млечный сок, вот такая эмульсия дерева бразильской гивеи, которая произрастает в самых экологически чистых районах. И только она служит сырьем. На самом деле существует более 1500 видов растений каучуконосов, то есть которые вырабатывают вот такой млечный сок. Но почему именно для наших матрасов и подушек используется сок гивеи бразильской? Потому что она, сок точнее этого дерева, содержит самый высокий процент каучука, 40-50%, что позволяет производить матрасы наиболее износостойкие, более экологичные, более прочные.
более упругие, то есть те матрасы, которые обладают более высокими характеристиками, которые дарят действительно здоровый сон и комфорт. Итак, на самом деле дерево гивея дает около 200 мл млечного сока, да, своего такой эмульсии, нектара. И для того, чтобы произвести всего одну подушку, необходимо собирать недельный урожай с 30 таких каучуковых деревьев. А для того, чтобы произвести матрас, необходим сок более 2500 каучуковых деревьев. Только задумывайтесь. Поэтому, конечно, сырье для наших подушек и матрасов – это самое экологичное, безопасное, дорогое и самое лучшее для того, чтобы матрасы и подушки Экономед абсолютно каждому дарили комфорт, радость. И самое главное, конечно, здоровье. Итак, почему же 100% натуральный латекс? Потому что он не содержит химических и синтетических веществ, не содержит пестицидов, гербицидов, он экологичен, он антимикробный, и это прекрасная находка для аллергиков, он абсолютно показан для людей, страдающих аллергией, и для тех, кто желает профилактировать такое заболевание, потому что страшные цифры и людей, страдающих этим заболеванием, очень много, устойчивых к полевым клещам, самым главным аллергенам. Обеспечивает превосходную вентиляцию и регулирование тепла. Он абсолютно не токсичен, чрезвычайно прочный, не деформируется, подстраивается под форму вашего тела. Также он позволяет, если вы спите с супругом, супругой, он позволяет спать комфортно и не слышать, когда кто-то, например, переворачивается или есть какие-то движения. Это тоже очень важно. И это позволяет спать глубоко и дарит комфортный, качественный сон. И, конечно, экологичный. Вот они основные ключевые характеристики, почему сырьем и основой наших матрасов и подушек является именно 100% натуральный латекс, благодаря своим уникальным свойствам. Итак, 100% натуральный латекс – это прекрасная профилактика бронхита, раздражений, астмы, аллергии, кожных реакций, дерматита. Это прекрасное решение для здоровья абсолютно каждого человека, от маленького до большого. И, конечно, не могу не сказать о особенностях, буквально несколько слов, производства наших уникальных подушек и матрасов, нашей замечательной продукции линии Экономед. Это, конечно, искусная работа и передовые технологии производственного процесса. На сегодняшний день вообще существуют две технологии производства латекса, да, 100% натурального. Это метод Данлопа и Талалая. Мы используем метод Данлопа, и в чем особенность и уникальность этого метода? Почему этот метод мы используем для производства нашей уникальной, замечательной продукции? Это метод заполнения форм, когда ингредиенты добавляются в процессе приготовления, в процессе добавления пены. Сначала воздух с латексом, они взбиваются, как миксер, дальше заливаются в специальные формы, которые являются формой дальнейших наших матрасов и подушек. Потом они при определенных температурах высоких запекаются, и латекс приобретает более твердую форму. И дальше идет промывка, просушка, и получается идеальная, прекрасная продукция. А еще особенность этого метода заключается в том, что производство непосредственно латекса, оно происходит в закрытых формах, когда под давлением латекс, он вбрызгивается внутрь формы, и это препятствует, чтобы были какие-то участки не заполненные, и увеличивает прочность этих изделий. Именно поэтому этот метод самый известный, самый проверенный временем, он используется с 1929 года, самый надежный и самый дорогой, используется при производстве наших матрасов и подушек. И, конечно, это контроль качества. Вы видите на слайде, мы имеем замечательный сертификат Евролатекс, который подтверждает безопасность, экологичность, нетоксичность, гипоаллергенность нашего уникального материала сердца системы Экономед, которая служит основой наших матрасов и подушек. Так, проблемы со звуком.
Движемся дальше. Теперь я хочу рассказать о уникальных технологиях, которые касаются нашего уникального латекса. Я говорила о заливке форм. Также есть, благодарю вас, спасибо, продолжаем, формы, в которых заложены разные зоны под 7 зон поддержки БРС. И матрасы, которые мы изготавливаем, в данном случае речь идет о матрасах, которые имеют высоту 18 сантиметров, есть эти 7 зон поддержки. То есть зона голова и шея и зона для ног, она более мягкая и более твердая, и более плотные зоны, которые поддерживают поясницу, таз и бедра, плечи. Получается идеальное распределение тела во время сна, и это очень важно. Снимается нагрузка с позвоночника, улучшается кровообращение, улучшаются обменные процессы в организме, снижается боль или ее интенсивность. И, конечно, это прекрасное пробуждение, радостное и здоровое. И это очень важно. Вот такая уникальная система. БРС, система восстановления. Еще одна замечательная уникальная система, она называется Therapy Airflow. Идеальная подача воздуха, циркуляция воздуха обеспечивается за счет образования маленьких, миллионов маленьких воздушных пузырьков в процессе вулканизации. И дополнительно каждое изделие, вы, думаю, на слайде уже увидели, обратили внимание, имеет свою определенную перфорацию, что обеспечивает еще больший приток воздуха. Наши матрасы и подушки до 7 раз более дышащие по сравнению с любыми другими матрасами. И это способствует здоровому, качественному сну. Это препятствует повышенному потоотделению, это делает температуру вашей постели комфортно, и это, конечно, дарит каждому, абсолютно каждому, дарит комфортный, здоровый, глубокий, правильный сон. На данном слайде я хочу обратить ваше внимание на вес нашей продукции. Здесь вы видите артикулы. Многие из вас, я думаю, все эти артикулы вам знакомы. И обратите внимание на вес. От чего зависит вес продукции Квономед? Зависит от размера, зависит от высоты, зависит от тонкости, да, высоты. Есть 18, 5, 7,5 высота матрасов, двуспальные, односпальные, разные абсолютно параметры, на которые стоит обращать внимание. И я хочу вам сказать, что вес – это важная характеристика, характеристика качества. Почему? Синтетические матрасы, они обычно самые легкие. И чем натуральнее, чем экологичнее и чем безопаснее матрас, тем он имеет больший вес. И это говорит о качестве продукции, это говорит, еще раз подчеркивает, натуральность и безопасность продукции. 100% натурального латекса. И еще я хочу обратить ваше внимание на артикулы. Если вы посмотрите на артикулы матрасов, например, QM, да, Max Quana, есть значок E и дальше наименование, например, D160-200. О чем говорит этот артикул? Что это матрас Max Quana, E, это говорит о том, что он жесткий, и дальше в наименовании вы это можете видеть, D говорит о том, что это двуспальный матрас, и дальше его характеристики, например, 160 на 200. И так абсолютно по каждому артикулу. То есть в нашем прайсе очень легко ориентироваться и очень легко понимать, где какая продукция находится. Дальше мы видим, что матрасы Zenic One, да, они имеют меньше вес. Опять S – это маленький односпальный, D – это двуспальный, еще раз хочу обратить ваше внимание. Ну и наши уникальные подушки, которые имеют размер 40 на 70 и 65 на 40 для прекрасного, для комфортного сна. Итак, еще одна очень важная характеристика, когда речь заходит о матрасах, когда речь заходит о здоровье, мы уже с вами поняли, что это не тот элемент сна, да, на котором стоит экономить. Как определить, какой нужен именно вам? Как определиться и не растеряться в этом многообразии, которое дает вам компания Цептер? У нас есть два вида жесткости матрасов. Средняя жесткость и
матрасы жесткие. Матрасы средней жесткости имеют плотность 72 килограмма на кубический метр и 75. 75 – это субкван, это премиальная линейка наших матрасов. И матрасы средней жесткости рекомендованы нашим клиентам весом до 80 килограмм. Если вес выше, то тогда матрасы жесткие с плотностью 85 килограмм на кубический метр. Еще я хочу обратить внимание ваше на плотность. Вот именно такая плотность считается самой лучшей, самой признанной. Только самого лучшего качества матрасы имеют именно такую плотность. Есть больше, есть меньше. И плотность, она является критерием долговечности, качества и износостойкости матраса. Поэтому это тоже очень важная характеристика, на которую необходимо обращать внимание. Это та, которая необходима. Также для правильного сна важна правильная подушка. Любой сомнолог, любой врач вам скажет, что она нужна только для того, чтобы поддерживать голову в правильном положении. Обратите внимание на следующий слайд. Знаем вообще, что позвоночник – это столб жизни, и особенно важны 7 позвонков, которые обеспечивают правильное положение, которые питают наш мозг кислородом, улучшают мозговое кровообращение, обеспечивают очень важные биохимические процессы во время сна. Если во время сна мы спим неправильно, если положение шеи и головы неправильно, то это может провоцировать и кашель, и насморк, и проблемы с ушами, и головную боль при пробуждении. Поэтому это тот элемент, на котором тоже не стоит экономить, и который тоже требует тщательно выбирать. Традиционные подушки, они часто аллергичные, они содержат химический состав своих материалов. И вообще через 2 года подушка на треть состоит из пылевых клещей, пота и всевозможных аллергенов. Ее рекомендуют выбрасывать. Поэтому, конечно, возникает вопрос, какую подушку выбрать, какая подушка подарит здоровье и комфортный сон, какая подушка подарит молодость и красоту. И я с удовольствием предлагаю вам, представляю решение, которое предлагает компания Цепта. Подушка Допио двусторонняя, которая абсолютно каждому человеку подойдет, вне зависимости от того, какую позу для сна он предпочитает. И есть эргономичная подушка Эргоквана, которая имеет углубление и 2 валика, и она рекомендована больше для людей, которые спят на спине, на боку, или тех, у кого есть проблемы, например, с шейными позвонками, тот же самый остеохондроз. Дорогие друзья, выбирайте, какая подушка нужна именно вам. Выбор есть. Вот они, подушки, которые необходимы для здорового сна. Обращаю ваше внимание, что холдингом компании разработана инструкция Кваномед, очень подробная, с описанием всех технологий, с описанием производства, наши сертификаты. Это незаменимый помощник в освоении материалов по Кваномед и необходимый инструмент для увеличения продаж линейки Кваномед. Как любой материал, натуральный латекс, он, конечно, нуждается в бережном уходе. И для того, чтобы он служил вам долго и радовал вас и вашу семью, необходимо выполнять очень-очень простые правила. Ну, во-первых, натуральный латекс, он прочный, долговечный, как мы уже выяснили, но его необходимо беречь от прямых солнечных лучей, промерзания огня и горячих поверхностей. Раз в 3-4 месяца рекомендуется переворачивать. Используйте вентилируемое основание для кровати. Лучше, конечно, если это будет деревянная основа. Натуральный латекс не боится воды, но при намокании требует тщательного просушивания, это важно, чтобы его хорошо высушить. Ну и в случае необходимости, бывают случаи, если разлили сок, что-то сладкое, то можно делать глубокую паровую очистку латексной сердцевины с использованием парогенератора Тутасими либо системы комплексной уборки Туталюкса 6SB. И это тоже прекрасное решение. Единственное, что очень важно, пар должен не превышать 100 градусов. И важно, чтобы пар был сухой. И короткими впрыскиваниями вы подаете этот пар как раз на латекс, который вы прислоняете матрас к стене, и позволяет это содержать изделия в прекрасном состоянии. Это, конечно, сертифицированное качество. Материал гипоаллергенный, безопасный для детской кожи, устойчив к плесени, долговечный, устойчив к старению. Сертификаты Евролатекс, Евротекс, Екотекс 100.
те сертификаты, которые подтверждают качество, надежность и гарантию 10 лет на нашу продукцию. Кваномед – это сон, как на облаке. Это сон, который подарит здоровье, красоту, молодость и долголетие, чего я абсолютно каждому желаю. На этом у меня все, и я передаю с радостью слово директору продаж Кваномед Казанского филиала и приглашаю госпожу Олвину Светлану. Добрый день, дорогие коллеги, здравствуйте, приветствую, надеюсь, что меня хорошо слышно и видно, и давайте поговорим о том, как же нам продавать Кваномед. Вообще, когда начинается коммерческий разговор? Конечно, после презентации, после того, как вы отправили ролик, после того, как ваш клиент посмотрел вебинар, какой-то прямой эфир. Дело в том, что настоящая продажа начинается после того, когда у клиента возникает желание, когда он уже знаком с продукцией. И вот все неудачи при коммерческом разговоре – это всегда следствие непроделанной ранее работы. Это всегда потребность продать быстренько, да, не сделав предварительные очень важные шаги. Поэтому мы всегда говорим, что презентация – ключ успеха, а качественная презентация вызывает желание, и тогда коммерческий разговор бывает очень легким. Но кроме того, что сама продажа – это технологический процесс, то коммерческий разговор тоже имеет свою структуру и имеет свои этапы. Это установление контакта обязательно. Вот зачем нужно устанавливать контакт? Дело в том, что нужно настроить наше общение уже на продажу, на разговор о деньгах. Очень важный момент в коммерческом разговоре – выявление потребностей. Это одна из самых необходимых частей, потому что нам с вами нужно знать, нужно понимать, зачем клиенту наша продукция, где у него красная кнопка. И только после этого мы даем презентацию выгоды, мы даем презентацию комплекта. Это и есть наше коммерческое предложение. Часто бывает, что клиент уже покупает на этом этапе, но случается, что он высказывает какие-то возражения. И тогда мы с ними работаем, ничего нету в этом страшного, потому что возражение – это всего лишь навсего потребность клиента в дополнительной информации. Мы озвучиваем ему условия приобретения и обязательно не забываем красиво и качественно завершать нашу сделку. Я хочу поделиться с вами вот таким лайфхаком. Мы в Казанском филиале много лет используем при коммерческом разговоре опросный лист. Это очень нужный, очень важный и очень удобный инструмент. Вот первые вопросы в опросном листе настраивают как раз нас на установление контакта. И еще бывают такие моменты, когда сотрудники стесняются после презентации говорить о продаже и переходить к этому разговору. Так вот, опросный лист – прекрасный помощник для того, чтобы сесть и начать продавать. И вот первые вопросы, да, мы записываем имя, мобильный телефон и задаем несколько ситуативных таких вопросов о здоровье, о том, как человек спит, что он делает, да. Затем мы включаем спин-технологию для того, чтобы выявить потребности, чтобы наш разговор был более успешным. Вот первые вопросы ситуативные. Какой у вас матрас? Сколько лет вашему матрасу? Как сказывается на вашем самочувствии сон ваш? Плохой у вас сон? Хороший сон? Затем наступает очередь вопросов проблемных. Это очень нужные, очень важные вопросы, но надо понимать, что здесь я только скелетики обозначаю, и, конечно, ваши вопросы будут зависеть от тех ответов, которые вы будете получать. Проблемные вопросы, ну, примерно такие, да, бывают ли у вас аллергические реакции? Какие у вас есть боли? Не испытываете ли вы боль в спине, в пояснице, в шее? И очень важно вот от проблемных вопросов, да, переходить постепенно к извлекающим. Как вы с этим боретесь? Как вы лечите? Помогает ли вам те методы, которые вы используете? И затем вот к извлекающим же вопросам очень важные вопросы. Сколько вы тратите денег на лечение? Как мешает вашей жизни ваш плохой сон? Да? Возникают ли у вас проблемы с дневным функционированием в связи с этим? Хотите ли вы жить без болей? И затем очередь направляющих вопросов. А хотели бы вы иметь здоровый полноценный сон? Хотели бы вы экономить деньги, которые тратите на лекарства? Тогда у меня для вас есть очень выгодное
предложение. И вот после того, как мы пообщались, побеседовали с клиентом, выявили вот эти вот все потребности, вот тогда мы переходим к самому предложению комплекта или того предложения, которое мы хотим озвучить. При подаче продажи, очень важно самим понимать выгоду того, что мы продаем, и уметь ее презентовать. Поэтому, конечно, нужно заранее готовиться, все просчитывать и все очень четко в цифрах понимать. И очень четко вот эту выгоду ощущать, чтобы клиент тоже чувствовал, насколько классное, насколько хорошее предложение вы ему сейчас даете, и насколько замечательна та скидка или та привилегия, которую вы ему предлагаете. Ну и как пример, я вот матрас Субквана, например, да, предлагаю рассмотреть вариант. Посмотрите, полная стоимость матраса Субквана 7100 УДЕ, это 639 тысяч рублей. Сегодня у вас есть возможность приобрести это с замечательной привилегией ПДЛ-6, и цена матраса для вас будет 447 300 рублей. У вас есть возможность уже завтра, сегодня уже спать на этом великолепном матрасе, приобрести его в рентол. Сумма денежного депозита составит 110 610 рублей, и затем ежемесячные взносы будут 37 410 рублей. Количество ежемесячных платежей будет 9. Или мы можем предложить покупку в рассрочку, да? Тогда первый взнос будет у нас 89 400 рублей, и ежемесячные взносы 44 730 рублей, также на 9 месяцев. Кроме того, у нас есть условия покупки единовременно или в кредит. Выбирайте, пожалуйста, у нас различные возможности для клиентов. Ну, а в этот момент клиент или соглашается, или, как я уже говорила, нам нужно будет дать ему дополнительную информацию. А вот технология работы с возражениями – это тоже целая система, но я бы хотела коротко вас с ней познакомить. Очень важно при работе с возражением вот эти этапы все соблюсти. На самом деле все суперпродавцы, даже не зная этой теории, интуитивно все это делают. И если вы за ними понаблюдаете, то вы увидите, что они так поступают. Собеседника нужно обязательно выслушать, обязательно. Нужно дать ему возможность выговориться до конца. Более того, как клиент замолчал, помолчите и вы, выдержите паузу. Вот в эти несколько секунд, во-первых, вы можете сформулировать дальнейшие вопросы или фразы присоединения, которые будете говорить. Кроме того, вот эта пауза дает вам психологическое преимущество. Третий пункт, посмотрите, похвалить или присоединиться. Некоторые продавцы игнорируют этот этап, и они рискуют вступить в спор. На самом деле это очень нужная и очень полезная вещь, да? Дело в том, что когда мы присоединяемся и хвалим, мы как бы перестаем быть оппонентами и соперниками. Мы становимся друзьями. Вот фразы, да, присоединения. Вы знаете, я вас прекрасно понимаю. Когда я первый раз услышала, мне тоже так показалось. И человек видит вас не того, кто хочет у него деньги, да, отобрать, а такого же человека, который точно так же сталкивался с этими проблемами. То есть мы становимся, как, знаете, в Маугли, ты и я одной крови. Но и это еще не все, потому что очень часто люди говорят отговорки, они не высказывают своих истинных возражений. И наша задача с помощью уточняющих вопросов выяснить, какое же истинное возражение и истинная проблема стоит у этого человека за отговоркой? Потому что аргументировать ложные возражения бесполезно, человек их не слышит. И вот только после того, когда мы выявим истинное возражение, наступает очередь аргументов. И тогда эти аргументы работают. Ну и, конечно, после этого мы спрашиваем, остались ли еще сомнения, и заключаем договор и осуществляем нашу сделку. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы эффективно работать с возражениями, нужно знать и уметь две вещи делать. Нужно выявлять и знать потребности клиента, нужно найти вот эту вот красную кнопку, а второе очень важно, нужно хорошо знать преимущества нашей продукции, возможности нашей продукции, и у себя в голове сложить пазл, как же наша продукция поможет клиенту жить лучше, как же наша продукция
сделает его жизнь более комфортной, избавит его от тех проблем, которые, может быть, у него есть. Итак, успех при работе с возражениями возможен при наличии двух вот этих аспектов. Потребности клиента и очень хорошее знание продукции. Но очень частые возражения, да, конечно, это дорого, самая частая отговорка. Мне надо посоветоваться с мужем, с детьми, с женой, с кем угодно. Мне нужно подумать, я приду к вам через несколько дней и так далее. Конечно же, я приготовила вот немножко кейсовым, да, но мы с вами понимаем, что если действительно возражение дорого истинным, да, то мы можем сказать, что наша компания должна была сделать выбор. Либо разрабатывать продукцию, которая дает мало пользы, и продавать ее по низким ценам, либо предложить вам очень качественный, очень хороший продукт класса люкс или класса премиум, да, и мы решили делать лучшие продукты с лучшим качеством и преимуществом, и теперь мы можем предложить вам самое лучшее. Конечно же, мы говорим о том, что вы же понимаете, что хорошее не может стоить дешево, и так далее, и так далее. И, в общем-то, этот аргумент должен убедить клиента для того, чтобы он согласился. Когда человек хочет посоветоваться, то мы всегда аргументируем тем, что сможет ли ваш партнер не в виде презентации дать оценку, да, этой продукции. А также мы говорим о том, что все-таки на кого ложится забота о здоровье в вашей семье. А кто все-таки отвечает за то, чтобы все были, чтобы все не болели, да, и чтобы у вас был хороший сон. И, конечно, сделайте выбор, какое бы вы решение приняли, если бы только от вас зависело, да, это решение. Ну и очень часто люди говорят, что у них уже есть какая-то продукция, и, конечно же, мы говорим снова о качестве, снова говорим о преимуществе и снова говорим о том, что мы предлагаем самое лучшее. Вы знаете, ведь на сегодняшний день действительно на рынке ну, нету такого уровня продукции, такого качества и такой цены, как продукция Кваномед. Но, кроме того, у нас были вопросы, на которые частично госпожа Александрова уже ответила, да, но то, что она не озвучила, я расскажу, например, да, был такой вопрос, можно ли на матрас накидывать непромокаемую простыню Аквастоп, будет ли работать технология, и мы говорим, да, никакие вот поверхности, которыми мы накрываем наш лечебный текстиль, они не мешают тем полезным свойствам, которые имеет наша продукция. Почему матрасы такие тяжелые? Потому что они у нас 100% натуральные. Не 20 на 80, не 60 на 40, 100% натуральный латекс. Но если разлить сок, госпожа Александрова уже очень подробно рассказала, да, был вопрос о том, что людям показалось, что холодный был на матрасник, этого не может быть, потому что текстиль у нас не имеет холодную сторону, да, и вот очень вопрос такой интересный, да, о том, что у людей возникает дискомфорт от сна на подушке, а, к сожалению, это случается, но связано это в первую очередь с тем, что проблемы у такого человека уже есть, скорее всего, ведь представьте себе, если вы целый день ходите сутулившись, а потом вам придется ходить прямо, то, конечно, вы будете испытывать дискомфорт, и у вас обязательно вам будет больно, да, но это не говорит о том, что нужно ходить прямо. Точно так же и с подушкой. Нужно принять правильное положение, нужно привыкнуть на ней спать, и ваши проблемы будут решены. У меня это проверено на себе. Как определить, где зона головы, а где стоп? Ну, здесь мы говорим о том, что наши матрасы абсолютно симметричны, и можно с любой стороны на него ложиться. И вот после того, как мы аргументируем с вами все возражения, конечно же, мы заполняем анкету, мы предлагаем клиенту, чтобы он дал нам контакты, чтобы он пригласил в клуб Лифто своих друзей. Обязательно поздравляем клиента с покупкой. Нужно еще раз сказать ему, какой же он хороший сделал выбор, да? Приглашаем к сотрудничеству снова, да, приглашаем его на наше следующее мероприятие, предлагаем ему приглашать друзей. И, конечно, все это, да, приведет нас к хорошим комиссионным, если мы освоим с вами структуру работы с возражениями, структуру коммерческого разговора. А я благодарю вас за внимание, спасибо вам большое и встретимся с вами завтра. Всего хорошего, спасибо, что вы были с нами.